Вы можете подарить своей второй половинке книгу или близким, родственникам, коллегам. Также вы можете подарить книги детям, которые нуждаются в них. А можно принести книги в библиотеку. Что же мы принимаем? Какие книги? Мы принимаем любые книги, новые, детские, взрослые. Это и классика, и современные авторы, и любая отраслевая литература.